Информационная служба телерадиокомпании «Гомель» протягивает свою работу у эфира. У студии Наталья Игнатенко. Добрый вечер. Сегодня на Гомельщине отзначили День оборонцев Айчины и Узброенных сил Республики Беларусь. С этой нагоды во всех районах в области прошли урочистости, примеркованные до свята. Віншаванне ветеранов, ускладание кветок до помников и мемориалов, концерты. Про то, чем запомнился этот день, у материале Дмитрия Котова. На мемориальном комплексе «Вечный огонь» шматлюдно. Навод дождь, який идет практически весь день, не перешкаджая святочному настрою. 23 лютого – это у первую чергу дата, якая символизует боевые традиции поколения, гонор и удячность усім, кто змагався за незалежность и свободу. Это данина поваги и тем, кто сегодня демонстрирует свою отданность и верность Айчине. Военные присязи забеспечивают территориальную целостность и безпеку нашей краине. Присутные узгадывали загинувших у военный час, а так само выказывали надею, что теперешним солдатам николи не придется принимать удел у боевых деяниях. Торжество большое и благодарность большое за нашу, за память наших друзей, которые погибли. Это надо делать обязательно. Спасибо. Кульминацией святочных мероприемств у Гомелі стал митинг каля Аллеи Героев. Гэтае место уособляет сапраўдный гонор за военные подвиги наших земляков. У композиции помник воину-вызволителю, плиты с прозвищами загинувших солдат и офицеров Червоной армии, а так само стелы с именами героев Советского Союза и полными кавалерами Ордена Славы. Для мемориалу собрались ветераны Великой Айчинной войны, керавництва в области и города, представники громадских организаций и молодь. Самым крональным моментом стало ускладание кветок. Многие не стримливали эмоций. Это одночасово смуток и боль за минулое, а так само надея на сучасное поколение. Преемственность поколений – это один из столпов охраны границы, защиты Родины и так далее. Сегодня главное помнить ветеранов Великой Отечественной войны, Афганистана, Анголы и так далее. Помнить их опыт, их славные победы, подвиги. И не забывать употреблять все это для того, чтобы будущее поколение оставалось таким же верным родине, государству, ну и нашей стране, всему народу. Урочистый сход с нагоды свята – мероприемство традиционное. Однако что год организаторы спробуют изменить формат и подрихтовать для усіх нечто оригинальное и цікавое. На его завсёды запрашают удельников Великой Айчины и ветеранов працы, представников працовных коллективов и громадских организаций. Усіх, кто добросумленно працавал и зараз працуя на корысть державы. Гэтае свято особляет усё, за что ценят соправдных мужчин – силу, мужность, умение принимать решения и быть оборонцами. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». У День оборонцу Айчины и Узброенных сил Беларуси гостем программы «Задай питание уладе» на хвалях радио «Гомель плюс» стал военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов. Говорка шла об истории и сучасности белорусской армии, патриотичном выховании молоди. День оборонцу Айчины и Узброенных сил увасабляя непорывную сувязь поколения, упираемность героичного минулого и сучасности. На протягу своей истории белорусы примали удел у шматликих военных конфликтах, змагались за свободу и незалежность своей земли. На фронтах Великой Айчинной войны загинуло больше, как 800 тысяч наших земляков. Для их оборона Айчины была не просто обовязком, а священным долгом. У наш час память об подвигах белорусского народа, а так само традиции, заховывают и передают новым поколениям. У Гомельской области дейничая 45 военно-патриотичных классов, где навучаются больше, как 1200 детей. Некоторые из них у дальнейшем свяжут свое житие с армией. Во все времена желающие проходить службу в вооруженных силах, как офицерами, так и солдатами и сержантами, оно имеет определенный свой процент. И это, наверное, связано с тем, как мы, взрослое поколение, осуществляем военно-патриотическое воспитание нашего подрастающего поколения. Я хочу напомнить вам, что все-таки служба в вооруженных силах – это воинская обязанность и обязанность настоящего мужчины. Сегодня на Гомельщине стартовала республиканская акция Белорусского фонда миру под назвой «Устрои заусёды у памяти навечно». Одноименные стенды с фотографиями ветеранов Великой Айчинной войны разместили у школах и палацах детячей творчести по всей области. Об тем, как проходило зарождение новой акции на Гомельщине, наш наступный материал.
Устрои заўсёды ў памяці навечна. Назва новай акцыі Беларускага фонду міру адлюстравана на спецыяльным стэндзе. На ім фотаздымкі ветэранаў Вялікай айчыннай вайны. Іх унукі ў дзень абаронцу айчыну абласным палацы творчасці дзяцей і моладзі расказалі аднагодкам пра подзвіг і цяжкасці ваеннага жыцця сваіх дзядоў і бабуль. Здесь знаходзіцца фатаграфія майго дзедушкі, і сягоння я раскажу о яго жыцці, о наградах і чым это запомнілася нашай сям'і. 9 мая это у нас сімейны праздник. Дзедушка расказывает нам о всём, што он пережыў, о всём, што он прайшоў. І гаварыць, чтобы мы жылі в мірі і гармоніі. Ва ўсіх раёнах вобласці прайшло амаль паўсотні такіх урокаў. Да кожнага былі падрыхтаваны спецыяльныя фотастэнды. Наогул акцыя ўжо ахапіла ўсю краіну. Яна прымеркавана да 75-годзя пачатку Вялікай айчыннай вайны і носіць пошукавы характар. Па яе умовах школьнікі павінны былі знайсці біяграфічныя звесткі сваіх родных, якія прымалі ўдзел у Вялікай айчыннай вайне, падрыхтаваць інфармацыю і размясціць фота на спецыяльным стэндзе. Я считаю, вот такая вот, ну, акция будет иметь очень большое такое воспитательное значение, потому что она будет слышна из уст и тех, кто воевал во время войны, и именно, значит, из уст близких родственников. Это же очень важно. Она запомнит все, чем он прочитает эту книгу. Обласны палац творчасці дзяцей і моладзі у рамках гэтай акцыі стане каардынатарам міратворчага руху ў нашым рэгіёне. Пошукавыя працы і урокі мужнасці прадоўжацца да 9 мая. Дзецям нужно знаць не толькі вот нашу цяперашнюю жызнь, нужно знаць і то, што было раньше, і то, как жылі мы і как живут они, і то, што мы для них, мы, я имею в виду участники войны, завоевали вот эту вот хорошую, счастливую жизнь. Ганна Кавалёва, Вольга Вальчанка, Ігар Марышчанка, телерадыёкампанія Гомель. Урачыстая лінейка, прысвечаная Дню абаронцы айчыны, прайшла ў школе нумар 25 горада Гомеля. 1 верасня мінулага года ў ёй былі адкрыты два прававыя класы, заняткі ў якіх праводзяць супрацоўнікі абласнога ўправлення дэпартамента аховы. Сёння для педагогаў у пагонах школьнікі правялі канцэрт і павіншавалі са святам. Вольна, добрый день. Здравствуйте. Навучэнцы прававых класаў 25-й школы Гомеля ў дзень абаронцаў айчыны сустракаюць гасцей, прадстаўнікоў адміністрацыі чыгуначнага раёна і абласнога ўпраўлення дэпартамента аховы. Апошнія сталі для іх не толькі прыкладам мужнасці, але і сапраўднымі настаўнікамі. Супрацоўнікі дэпартамента ў прававых класах вядуць профільныя заняткі. Прычым ролю выкладчыкаў гэтай школы яны прымерылі на сябе не так даўно. Прававыя класы тут з'явіліся толькі ў гэтым навучальным годзе. Патрыятычнае выхаванне іграе очень большую роль в фарміраванні и становлении ученика как члена нашего общества, как гражданина, как патриота. И неспроста были открыты эти классы, потому что желание учиться в этих классах возникло, ну, скажем так, у процентов 50 восьмиклассников и 60 десятиклассников. Магчымасць вучыцца ў такіх класах атрымалі 52 школьнікі. Частка іх адукацыйнага працэсу праходзіць у фізкультурна-аздараўленчым комплексе дэпартамента. Заняткі праводзяць прафесійныя трэнеры і юрысты. Навучэнцы спасцігаюць асновы страявой, агнявой і фізічнай падрыхтоўкі. Дарэчы, чвэрць з іх ужо сёння цвёрда вырашыла звязаць сваё жыццё менавіта з праваахоўнымі органамі. У падзяку за веды 23 лютага будучыя абаронцы айчыны правялі для педагогаў у пагонах святочны канцэрт. Я хачу паздравіць, во-первых, весь калектыў подразделения охраны с 23 февраля. Ну, а наших детей, наши профильные классы, детей этой школы всех хочу поздравить с Днем защитника Отечества, потому что защищая и свое Отечество, оно рядом, каждого своего маленький мир свой. Поэтому здоровья, счастья и всего самого хорошего нашим детям. Ганна Ковалева, Максим Савин, Ігар Марышчанка, телерадыёкампанія Гомель. Працягваем выпуск. Дзяржаўтаінспекцыя Гомельскай вобласці мае намер правесці комплекс дадатковых мерапрыемстваў па прафілактыцы дарожна-транспартнага траўматызму. Асаблівую ўвагу мяркуецца звярнуць на культуру паводзінаў пешаходаў. Зараз з іх удзелам на тэрыторыі вобласці адбываецца каля 36% ДТЗ. Олег Сінцёров пацікавіўся перспектывамі рэалізацыі запланаванага. Колькі на Гомельшчыне пешаходаў-парушальнікаў дакладна, напэўна, не ведае ніхто. Справа ў тым, што пры наяўнасці супрацоўніка дзяржаўтаінспекцыі шмат хто лічыць за лепшыя правілы не парушаць. Затое пры яго адсутнасці могуць і на чырвоны сігнал светлафора дарогу перабегчы, і машыну, якая рухаецца зусім побач, не ўбачыць.
Увогуле, место, где порушение правил дорожного руху отбывается наибольш часто, супрацовники Державтоинспекции ведуюць добрым. На той же улице Кирова кажуть, после установки огороджев, колькость ожидающих перебегчи проездную участку у невызначенном месте скоротилась у разы. Чаго, на жаль, нельга сказать об участку каля Гомельского автовокзала. Не глядячи на отсутность пешеходного переходу до припынку громадского транспорта, люди идут один за одним. Шмат кого навод наявность супрацовника ДАИ не спиняя. С гэтага года, до речи, у Гомеля почався эксперимент с выкарыстаннем новых технологий. На одной из улиц установили первый в Беларуси так званый лежачий светлофор. Правда, насколько эффективным окажется такое нововведение, можно будет мерковать только через некий час. Это дополнительное информирование пеших участников дорожного движения о предупреждающих сигналах светофорах, то есть, либо разрешающих сигналах светофора. То есть данная светодиодная подсветка, она дублирует сигналы светофора, красный и зеленый. Супрацовники областной Державтоинспекции перекананы, дороги гомельщины безопасные, а не только при одной умове, коли выконывать на их все потребования правил дорожного руху. С чем, на жаль, у шмат этих жихаров в области есть значные проблемы. У связи с этим все лето вы решили узмоцнить профилактичную работу сярод водителей и пешеходов на конкретных прикладах, якими б непрыемнымі яны не былі. Лепш кажуць, нічога не ўтойваць, людзі павінны ведаць рэальнае становішча. Магчыма, тады і паводзіць сябе на дарогах будуць больш уважліва. За полтора месяца со стороны сотрудников ГУСВД инспекции проведено более 1000 профилактических мероприятий. Это в организациях, предприятиях, где доводится непосредственно дорожно-транспортный травматизм с участием пешеходов. Рассказываются примеры совершенных дорожно-транспортных происшествий, когда люди погибают. Олег Сентюров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Дарэчы, завтра начальник управления Державтоинспекции, управления внутренних справ Гомельского облвыканкама Игорь Александрович Макушенко откажет на пытанні телеглядачоў. У 18 годин 50 хвилин глядите одночасово на телеканалах «Беларусь-3», «Беларусь-4» интерактивную программу «Диалог». Подчас эфиру будет працевать телефон прямой линии. Поведомить об хвалючих проблемах, выказать конструктивные пропановы на контрорганизации дорожного руху можно по номеру 7760. 58-45. Державная установа «Гомельские городские оркестры» пропонуе гомельчанам наведать концерт для всей семьи. Живую музыку в выконании симфоничного оркестра организаторы обещают сделать зрозумелой нават самым юным слухачам. Премьера отбудется уже завтра. Про гэты и іншыя проекты, адресованные молодому поколению, наши корреспонденты доведаліся на пресс-конференции кіраўніцтва гомельских городских оркестров. 24 лютого Гомельским колледжем мастацтваў имя Сакалоўскага представить усходнюю казку в выканані симфонічнага оркестра областного центра. У программе под такой назвой музыканты объединяют творы разных авторов. У вынику музыку по душе знойдуть усе от мала до велика. Диапазон широкий, починаючи от музыки русских классиков, заканчиваючи творами голливудских композиторов, чьи мелодии гучать у сучасных мультфильмах. В данный момент у нас программа идет «Римский Корсаков», симфоническая сюита «Шахерезада» и симфоническая поэма «Садко», а также музыка Алана Менкен, вот «Аладдин». Это из мультфильма «Аладдин», который был поставлен на диснеевской студии. Вот именно музыка с этого мультфильма. Такий проект реализуется третий год запар. И это не единая форма працы музыкантов, закликанная привить молодому поколению любовь до живой музыки. Дейность у гэтым кірунку примушает активизовать сегодняшняя ситуация. По словах кіраўніцтва установы, в музычных школах областного центра зараз недобор. А те, кто все же поступают и выпускаются из них, не спешаются связывать свое дальнейшее житие с музыкой. Молодежь все больше стала увлекаться какими-то компьютерными, виртуальными играми. То есть им электронная музыка, да, электронной музыкой, а вот именно живое звучание оркестра хотелось бы, чтобы оно просто не ушло в эти модные гаджеты и тому подобные вещи в компьютере, потому что живая музыка, она действует на людей совершенно по-разному. Каб змяніць стаўленне моладзі да жывога музычнага выканання і падняць прэстыж професіі музыканта, гомельскімі гарадскімі аркестрамі распачаты новы праект. У навучэнцаў музычных школ з'явіцца магчымасць выступіць на вялікай сцэне з прафесійнымі музыкантамі. Прыняць удзел змогуць дзеці з усёй вобласці. Заяўкі ўжо прынімаюць. Арганізатары плануюць правесці серыю сумесных канцэртаў. Першы з іх адбудзецца ўжо ў канцы сакавіка. Ганна Кавалёва, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель».
І на гэтым пакуль усё. У студыі працавала Наталія Ігнатенка. Усяго вам добрага і да новых сустрэч у ефіры.